Учитель Юлия Белоусова воспитывает двоих сыновей-близнецов. На данный момент молодой педагог вместе с мужем и детьми проживает на съемной квартире в Одинцово. Поэтому идея стать участницей губернаторской программы «Социальная ипотека» ее не покидала. Так как приобрести жилье достаточно сложно с материальной точки зрения, поэтому участие это было в этой программе таким достаточно большим стимулом было. И, естественно, было желание и представить свой опыт наработанный, и проявить себя на всех этапах. Надежды оправдались. Юлия Александровна, как лучший молодой педагог в Одинцово, получила сертификат на покупку жилья. Эти эмоции она помнит до сих пор, как одни из самых ярких в ее жизни. До конца не верилось, что все-таки удалось пройти все этапы. Если говорить о том, какие эмоции испытывались на протяжении всего конкурса, то это, безусловно, волнение, сомнения. Почему? Потому что думаешь, ну, молодой специалист, какие у тебя достижения? То есть они не такие весомые, как у маститых педагогов. Квартиру для Юлии Белоусовой приобретет областное правительство, а ей останется только выплатить процент по ипотечному кредиту. Жилье можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке. Собирать документы для участия в областной программе Юлии помогал весь педагогический коллектив 16-й школы. Первая информация о том, что такой проект существует, приходит, естественно, в администрацию. Мы сразу же предложили Юлии Александровне в этом проекте поучаствовать. Помогали собирать все ее документы, портфолио. Я с ней ездила вместе на собеседование Министерства Московской области. И вот мы очень счастливы и очень рады, что вот есть такая программа, которая поддерживает такую талантливую молодежь, таких хороших учителей, как Юлия Александровна. С началом нового учебного года Юлия Александровна взяла классное руководство. Ее подопечные пятиклассники знают педагога меньше месяца, но уже успели полюбить учителя и отзываются о ней с особой теплотой. Как ты считаешь, за какие качества ученики должны любить своего классного руководителя? Ну, чтобы был, наверное, добрым, чтобы объяснял хорошо, чтобы, ну, дружелюбным был. Скажи, Юлия Александровна, она такая? Да. Я бы хотела бы пожелать Юлии Александровне всего хорошего, чтобы все остальные классы, и наш в том числе, ее слушался. Большое удивление вызвала новость о том, что у этих детей в начальной школе была постоянной учительницей мама Юлии Александровны. Оказалось, речь идет о целой династии. Зародилась она в послевоенные годы. Когда ты растешь в семье педагогической, ты непосредственно видишь, чем занимается твоя мама. Вот у меня мама учитель начальных классов и такой целеустремленный педагог, который не по профессии, а именно по душе. И работает, несмотря на то, что такой вот у нее опыт большой, нет профессионального выгорания. Впереди у молодого учителя русского языка и литературы много новых побед, успехов и достижений. Главное, ей уже есть чем гордиться. Юлия Александровна, мы вас любим! Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».